Блюда на морскую тематику. Над их приготовлением около двух десятков учащихся Анапского колледжа сферы услуг трудились один рабочий день. Все съедобно, но зуб не имет, потому что до определенного момента это выставка авторской кухни. Обжаривается болгарский перец, нарезанный квадратиками. Выкладывается все. Подается соус белым соусом. Андрей приготовил блюдо, которое назвал мозаикой. На нем форма участника соревнований – молодые профессионалы. В активе – третье место чемпионата Южного федерального округа. Колледж дает нам базовые знания, которые мы можем применять уже в работе. WorldSkills – это соревнование всероссийского масштаба, где молодые профессионалы показывают на все, что они способны. Мне это с детства нравится. Учусь я уже 3 года. Буду продолжать учиться. Изысканным блюдом соответствующее гастрономическое сопровождение. Вадим Бердяев, в прошлом архитектор, а ныне винодел. Пока наладил производство из покупного винограда, выращенного здесь же в Анапе. В следующем году наберет силы собственная лоза на 1 гектаре. Бывает такое, что в жизни раз и все ломаешь и делаешь по-новому, начинаешь с нуля. Вот решили, потому что это мне по душе. Во-первых, это творчество. Точно такое же творчество, как и архитектура. Вот. Виноград – это жилые продукты, вино из него получается также благодаря тому, что я творю, оно у меня каждый год разное, каждый год имеет свое лицо. Как и многие энтузиасты, Вадим приглашает экскурсии. В городской администрации говорят, что сегодня агротуризм – один из приоритетов. Это важно для развития сельских территорий, создания рабочих мест. В этом сезоне гостей примет еще одна винодельня в Витязево, а также фермерское хозяйство в Гайкадзорском сельском округе. Возможность заполнить перерывы в пляжном отдыхе повышает привлекательность курорта в целом.